Департамент охраны наградил бобручанина, который помог задержать хулиганов. 12 июля на пульт дежурной части службы быстрого реагирования поступил сигнал с тревожной кнопки магазина. Продавец испугался пьяных дебоширов, на место выехал наряд. На призыв милиционеров сдаться трое парней ответили кулаками. В какой-то момент один из злоумышленников попытался завладеть спецсредствами. Очевидец решил вмешаться в происходящее. Дмитрий Прошин помог обезвредить бесчинщиков. Сегодня герою вручили грамоту и подарок. Спасибо вам большое. Может быть, еще кто-то? Я решил не остаться в стороне, помочь сотруднику МВД. И все бобручане, я думаю, должны не оставаться в стороне, помогать.